Нет, не сейчас. Вообще его откармливать ему тепло надо. Он закармливает у вас на улице. Да. Мы его тогда в салон поставим. Нет, он на улице там, наверное. Нет, там не улица, там погреб, который скрывается, там зимовали. По-моему, в погребе еще не холоднее. Там совсем такое. С него десяток клещей сняли. Может его оставить? Откормить? Какая разница? Ну, откормить мы его там откормим. Здесь вообще его надо лечить, если честно. Я просто думаю, что его... Его лечить, наверное, надо. А, нет, все хорошо, прошу. Не, нормально. Все. Но его откармливать и откармливать. Да. Аккуратно, он кусает руку очень сильно. Он очень слабый. Ну, тогда очень... мы его в переноску, и может быть в этот самый... В... Слабый, да. Смотрите, если хотите, можете оставить, мы его докормим. Кто его знает? Просто все дело в том, что если он один останется, его трудно будет потом вывести. А Юра привезет. А докормите мы его. Докормите точно? Да. То есть, знаете, мы же...